Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Shadow Fight 2. Ну что же, братишки, всеми желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забывайте про лайки, вы просто самые лучшие. Еще раз вам хочу напомнить это, потому что, ну, действительно, вы самая лучшая аудитория, о которой можно мечтать. По 1000 лайков, просто... Красавцы, просто красавцы. Уже какая идет 16-я серия, блин, вы все топите и топите и топите, поэтому я не буду вас подводить. В общем, ребята, читаю комментарии ваши. Прошу прощения, у меня такой ор уже случился. В общем, что за истерический смех? Дело в том, что в предыдущей серии, ну, я ее, да, кликабельно, конечно, назвал, но я действительно был готов на это... Ты не представляешь, ты просто не представляешь это. В общем, мы зашли в испытание, вот, там все просто, надо не касаться земли. В течение 7 секунд проходит, раз, ты должен быстренько прыжочек, тан-тан-тан, все, вроде как легко. Легко! Притом, у нас тут сложность была, ну, сложно. И, друзья, я играл на затмении, вот как сейчас, видишь, сложно написано, сложно для нас... Даже для меня, да, я как бы считаюсь нубом, это каждый знает, понимает, вот. Даже для меня сложно, это нифига не сложно. Причем тут затмение, не затмение. Так вот, и многие подумали то, что прям, я не знаю, типа, о, балбес, он на затмении играет, а ты ж понимаешь, что ты на затмении играешь? А может вырубить затмение, не? Вот такие вопросы, вот такие комментарии. Ребята, блин. Если честно, я это специально делал, потому что ты все равно знаешь, что я на канале прохожу различные хардкорные игрушки, наоборот, хардкоры люблю, даже на максимальной сложности, раньше еще, начиная даже с Outlast 2, с 1, я прям на психе проходил, где одна смерть, уже все, заново игра. Я, кстати, прошел первый Outlast на психе, вы можете посмотреть. Вот, в России, на самом деле, мало кто это проходил. Вот, но на Ютубе еще меньше. Вот, я этим горжусь. Я горжусь этим, но мы играем, блин, в Shadow Fight. Это, блин, боевка все-таки, да. Не надо сравнивать, просто я к чему говорю. Вот, я люблю хардкор, поэтому я люблю такое сложное. Я до последнего не хотел выключать. И в конце все-таки не смог, друзья, и вырубил я это все. Но мы его прошли. Мы прошли, я, конечно, капец как злился, даже после записи видоса. Я, блин, когда публиковал, думал, блин, что за трешак я вам тут публикую. Блин, надо как-то... Ну, короче, сегодня 10 уровень, сегодня метательное оружие. Все будет very, very good. Так что, друзья, короче, сейчас самое важное мне не профукать вот этот, иначе, знаешь, как вот все по жопе пойдет. В общем, мы включаем затмение и... Вперед. В этот бой можно вступить. Так, бой. У меня есть. У меня все это есть. Отлично. Изверг. Довольно сложный противник, но мы его можем победить. Сложно, не сложно, ничего. Чего страшного. Итак, начинаем, друзья. По первым приемам даже не стоит судить, потому что, сам понимаешь, все это может сейчас, вот как сейчас, да, обернуться очень плохо. Я, знаешь, что вспомнил? Надо мной, конечно, ржали там, подумали то, что я реально не выключил затмение. Типа, просто забыл про это. Просто забыл. Но нет, я не забывал. Самое ржачное, друзья, сейчас я вам расскажу. Блин, это капец. Когда первый раз, я помню, зашел, значит, Shadow Fight, вот это вот реально ор на весь двор был. Короче, что я сделал, друзья? Тихо. Нифига себе ты, блин, засранец какой. Ну-ка. Тихо. Короче, ор на весь двор. Я начал, ну, бой. В принципе, все легко, друзья. Начал сражаться, там всякое такое. Я, значит, офигенно побеждал. Я думаю, о, изи катка. И в конце я такой... Проиграл, оказалось, я не за того бойца, блин, играл, то есть я смотрел вниз, я думал, желтенький, это не за того, ну вот, желтое подсвечивание, это типа, ну, блин, сейчас, секунду, друзья, давай сосредоточимся, а то, блин, сейчас я знаю, что может получиться под конец. Так, давай вот так. Тихо.
все. Ох, отлично, отлично, отлично. Забрали, забрали мы с тобой. Фух. Короче, прикинь, я такой довольный, с довольной мордой, такой, да, да, вот так вот нападай ему. Типа думал, нифига, изи игра, надо снимать. И, короче, оказалось, что, блин, другой. То есть я перепутал. Ну, тут как перепутать? Ну, реально, как можно перепутать? Наоборот, подсвечивается, а я подумал, что подсвечивается противником. Блин, это ржака была. Вот тут можно реально на весь двор проорать. Так. Тихо. Блин, ну я же... Да, ай, сука, как вкопанный стою еще. Простите, друзья. Надо... Вот самое важное, конечно, на расстоянии. Этого очень-очень прикольно. Его держать. В принципе, если вплотняк, то только ногами. О, отлично, отлично, спасибо, братишка, спасибо, что ты мне поддаешься. Отдаешься. Так. Видишь, что? Вот это очень хороший прием. Против метательного, как раз, тихо. Отлично, забираем его. Забрали. Изи. Ну как изи. Ох, отлично. Мы с тобой получили 2300, 500. Все, сейчас 10 уровень. И я думаю, нам потребуются бабки. Так что давай посмотрим. Неплохо. Ты получил новый уровень. Твои умения возросли. И ярост. Ух ты, еще ярост. Нафиг. Сколько? 15%. Скала. 50% шанс выдержать критический удар без падения на землю, отразив 45% урона. Так, в принципе, тут надо подумать, ребята, что лучше. Яростная — это хорошая, да, штука. Скала, 50% шанс, а тут у нас 45%. То есть, в принципе, ну, и так нормально. Я думаю, яростный. Будем яростного изучать, это потребуется. Танцор, выиграй 5 боев, используя только удар ногами. О, спасибо. Ноги. Серебряные, чистые руки, чистые ноги. Руками не трогать. Выиграть 20 боев, используя только удар ногами. Это, конечно, забавно. Итак, все, наконец-то мы с тобой можем купить. Ты не представляешь, как я... Крюки разорителя. Вау. Круто. Но нет. Мне нужны крисы. Сколько они стоят? Офигеть! Да, я покупаю их, конечно. Что мы можем зачаровать? Итак, есть простой рецептик. На средний нам даже не хватает, но я думаю, простой. Так, простой, простой. Будет готово через 20 минут. Давай, давай. Ждать. Да, мы с тобой подождем, тут можно рекламу посмотреть, так что это все легко. Так, хорошо, идем дальше мы с тобой. Зачаровываем. Так, есть куртка 17 тысяч, офигеть, почему так возросло прям? Я не знаю, настолько возросло. Купить. Итак, улучшения, конечно, нужны обязательно. И на заказ. Офигеть. Так, а на метательное нам нужно сюрикены, да, купить? Ребят, да, покупаем сюрикены, офигеть. Улучшение недорогое, в принципе. 6900. Единственное, шлем, то есть, у нас будет не очень такой прям выдерживающий, но... думаю, будет нормально. В общем, сейчас мы с тобой подождем, пока все это, и продолжим. Броню я улучшил до вторую. Просрал много-много денег. Значит так, крисы. У нас с первым улучшением, но у нас есть жажда крови. Шанс нанести на 200% больше урон, потеряв при этом 30%. Вот это, конечно, мне не очень понравилось. То есть это... Можно зачаровать еще раз. Я думаю, потом зачаруем, но нужно 114. Я профукал на сюрикены. Ребята, посмотри, что у нас. Отравление. Офигеть, отравление выбил. Шанс вызвать у противника убывание 3% здоровья в течение 5 секунд. Это просто супер, друзья. Это просто супер. Вот. Мы их, конечно, испытаем. Мне прям интересно, как они будут себя вести. Так, ну и все, по идее.
Все, ребята, вы готовы? Блин, я не представляю, что сейчас будет. Так, давай, во-первых, поучимся. Да, новая вкладка у нас появилась. Так, как-то можно офигенный какой-то удар проводить. Я видел... Вот он. Круто. Так, и теперь мы с тобой посмотрим, как эта штука работает. Вау. И это до бесконечности. Не, мне кажется, это не до бесконечности. То есть там либо задержка будет, либо что-то еще. Так, давай настрою я на клавишу какую-нибудь. Так. Давай попробуем. То есть мы вот так вот сражаемся. Блин, как же он супер вообще сражается. Ctrl. Все, хорошо. Ну что, погнали, ребят. Блин, мне капец как интересно. Испытание отшельник невозможно. До сих пор, видишь, нормально, легко. Пойдем на турнир. Пора надрать жопу этим засранцам. Вперед. Отомстить за все, как говорится. Раунд первый. Итак, пробуем сразу нажимать. Что будет? Офигеть просто. Что-то очень мало на самом деле. Но если отравление пойдет, то... Ты чё, блин, творишь-то, слышь? Какой-то дядя ненормальный. Пророк, блин. О, отлично. Просто шикарно. До бесконечности можно, офигеть. Чисто просто до бесконечности этими сюрикенами. Но... Блин, мы все равно прознали. Так, пробуем сейчас. На. Еще и отравление. Не, это шикарная вещь. Смотри. Блин, это офигенно просто. Пацаны. Это супер, это просто супер. Мне нравится. То есть противника мы точно будем замахивать, потому что... Ах ты... Засранец. Да, блин, тут он успел быстрее меня. Блин, мне прикалывает это очень сильно. Так, ну... Круто. Ах ты, засранец. Да, шикарно. Просто шикарно, офигеть. Нет. Легко. О, смотри, мы можем... На невозможном не знаю, как отшельник. То есть там 12 этих, то есть можно зачаровать. А на этом легко. Блин, даже не знаю, что делать, друзья. Иммунитет. Туда мы пока не будем соваться. Как ты думаешь, на затмении? Ну, невозможно же написано. Давай, посмотрим на турнир еще раз. Счастливчик. Такой вот у него ник. Никнейм. Прозвище. Кликуха. Ну, сейчас проверим, какой ты счастливчик. Как ты против моих сурикенов выдержишь. Ага. О, шикарно, ребята, это просто шикарно, смотри, он просто стоит и все, офигеть. Супер, недотрога, мы еще получили с тобой. Круто, ну что, счастливчик, готов? Я же... Опа. Ага. Оп. Оп. Тихо. Да блин, да вот это вообще вот, шикарно. То есть смотри, в чем прикол. Его можно чисто развести как-нибудь вот назад. Как ты, сука. Давай. Да. Да блин. Короче, это офигенная штука, чисто спам, это, ну... Тихо! Офигеть, я его просто порезал, и все! Мы с тобой прошли. Отлично, ну, следующая, конечно, стадия уже невозможно, нам пишут. Вот, то есть, если только там прокачиваться, ну, слушай, надо сегодня по-любому побеждать. А, мы с тобой на десятке, в принципе, можем сейчас улучшение качнуть. Кстати, что там, на 11-м какие-то мечи будут.
12 уровень, блин, я жду 12, ребят, очень сильно. Так, улучшение давай сделаем какое-нибудь. Тут тоже улучшение. Слушай, это надо по-любому нам... Прям вообще по-любому зачаровывать. Можем, кстати... А нет, мифический. Но только если средний рецепт. Похищение здоровья, проклятие, часовая бомба. Офигеть. Шикарно. Ладно. Простите. Я ж не знаю, что-то закашлял. Фу, в этом бою ты прыгаешь и выйдешь за красную зону. Я готов. Типа, ой, счастливчик, опять счастливчик, пацаны. Ну, сейчас посмотрим, какой ты счастливчик. Красная зона, где же красная зона? Не вижу. Ну, сейчас проигрывать готов? Ну вот, ну он же вышел за красную зону, что за фигня? Ну, для них это, конечно, не считается, но мы его сделали. Круто, вообще просто супер. Раунд второй. Капец, какие сюрикены суперские. Так. Тихо. Нет! Почти его уделали, между прочим. Как-то его надо разводить. Броня не выдерживает, к сожалению, ребят. Ах ты собака! Шок, блин! Да ты собака, Ринкаут! Посмотри просто, какой он засранец. Так, ну что ж, пацаны, мы с тобой продолжаем. Ребята, дело в том, что я начинаю бомбить. Значит, только не это, да? Вы скажете. Короче... Сейчас он сам покатился. Молодец. Итак, друзья, пробуем еще разик. К сожалению, все это нерабочее такое прям. Нужно его прям за ринг. Так, отходим, отступаем. Оп. Тихо. Все, отлично. Так, 1-1, пацаны. Сейчас осторожно надо сделать нам. Пожалуйста, давай. Ну, он сейчас будет применять, да, эти всякие приемчики, ребят. К сожалению. Оп, мы тоже сейчас. Почему, интересно, он... То есть он так быстренько... Офигеть, вот засранец какой-то. Делали. Офигеть, друзья, с какого раза, блин. Но две маленьких штучек, но зато денег. Так, у тебя достаточно ресурсов, чтобы наложить слабое зачарование. Спасибо, конечно, но что-то не хочу я, сложно. Так, а что у нас там? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Шлем уровня 10. А, у меня его нету, то есть я туда в бой не попаду, получается. Ну, для боя нужна энергия, это понятно, через 4 минуты. Мне кажется, надо, друзья, сегодня уже отшельника этого валить. Да, друзья, к сожалению, на легком. Вот, но... Let's go, друзья. Богомол. Никто не должен обладать такой силой. Это состязание лишено смысла. Я узнаю секреты. Он исчезнет со мною навсегда. Вот так вот. Ну что же, вот следующий наш телохранитель, друзья, третий. Ну, наконец-то мы добрались до него. Выглядит круто. Богомол. Угу. Ну, вы знаете, да, что самки сжирают голову самцам. Да, это не очень. Ну что же. Опа! Очки, опачки. Слушай, может, надо было его на безумном, блин, пытаться, а? Что-то я как-то его вообще пощадил слишком. Оп-оп-оп-оп-оп. Перфект. Офигеть. Этого богомола. Ну, реально, изи. Что такое? То, блин, напишут сейчас в комментариях, то тебе нравится, то, что ты...
их легко мочишь, что не нравится. Это просто имба, это такая имба, пацаны. Перфект. Отлично, мы с тобой на изи. Ух ты, надо, паны, посмотри, сколько бабла. Ну, 10 тысяч, не так много, если честно, я думал, 20 тысяч. Выслушай меня, магии нет места в боевых искусствах, она затуманивает разум и мешает сосредоточению. Попав в плохие руки, ведет к горю и гибели. Магия, так вот в чем секрет отшельника, берегись, мой ученик, магия это опасно. Какой, блин, не только отшельник, между прочим, там кто-то уже узнал секрет до отшельника. Он, видимо, там, ну знаешь, пьяный, наверное, бухал где-нибудь. Ну слушай, магия это такая штука, братан. Потому что мы видели, у кого же мы, у счастливчика или у кого? Мы у какого-то, короче, мужика уже видели, и все написали, типа, это баг. Это опасная и могущественная сила. Сенсей прав, магия слишком опасна, чтобы позволить кому-либо ей пользоваться. С другой стороны, представь, чтобы ты мог... Конечно, конечно, я заберу эту магию у него. Так, сложно, турнир безумно. А я думаю, пора. Так, шлем. Так, пацаны, что там, шлем всего лишь надо, да, купить? Да, купим сейчас. Вот он, Кабуто. Покупаем. Все, есть. Мне даже больше ничего и не надо. Все, затмение включаем, испытание врубаем. Все, ну нормально, прикинь, нормально. Итак, какой-то мужик утес. У него такие клиночки. Вот я о них как раз и мечтал, ребята. Ну они крутые, но, блин. Все-таки. А тут он не такой мускулистый, как Купа! Выглядит на куртынке. Оп! Ну шо, утес. Тихо-тихо-тихо-тихо. Скала! Ой, скала, ой, скала. Не, ну, в принципе, это прикольно. Офигеть, ты прикинь? Шокировали даже его. Не, ну, надо что-то делать. Что-то он что-то обнахлел как. Ни хрена ты, блин, дядя. Ну-ка, утес, оп. Не, мне прикалывает больше всего то, что... У него активизируется сразу. Все, готов. Куда-то подкатывает там ко мне. Дядь, ты че? Ну, первый раунд я всегда забираю, а вот второй, блин, уже немножечко сложноват. Такое чувство, что противники самообучаемые такие. Ну-ка, оп. Ну, где там зачарование, мое любимое? О! Не, это реально мое любимое. Смотри, как ХП раз-раз отнимаются у него. Дядь! Нифига ты, блин, что даешь-то? Ну, я подкатом тебя. Несмотря ни на что. О, еще и заработали, смотри. Мы с тобой получаем, я так понимаю, день. Сегодня было прям мега круто. Десятка уже, офигеть, на невозможном. Блин, это так... В общем, нам надо прокачаться, турнир уже допройти. Испытание, кстати, ну реально, испытание, кстати, хорошее. Победа по очкам. За очки такие, интересно мне знать. Мне сказали, на 12 уровне мы будем забирать когти у рыси. Если что, друзья, вот я вас предупреждаю. Сегодня офигенная серия получилась. Надеюсь, тебе понравилось. Не забывай ставить лайк, а также подписываться на канал. Бай-бай, дорогой братишка.